Всем привет! В данном уроке мы поговорим о быстром добавлении и удалении волос с помощью новых инструментов в Ornatrix 3, научимся их красить с помощью Paint Tool, а также рендерить этот цвет с помощью специального атрибута в Arnold Render. Приятного просмотра! Итак, для начала создадим стандартный пресет Furball. Для этого нажимаем на данную иконку и выбираем его. После этого активируем кисть для удаления волос и рисуем кистью в той области, где хотите произвести данное действие. Если вы удалили что-то лишнее, то можно выбрать кисть для добавления волос и добавить их в нужной области. Затем с помощью данного инструмента расчесываем волосы. Чтобы не тратить время на добавление симметричных деталей, вы можете перейти в меню Ornatrix и выбрать модификатор Strand Symmetry. Далее снова выбираем расческу и немного расчесываем. В данный момент форма стрижки не так важна, так как этот урок не о конкретном создании причесок. Поэтому не тратьте слишком много времени на эту задачу. Если после расчесывания некоторые волосы влезли в геометрию, то это очень легко исправляется. Просто нужно назначить модификатор Push Away From Surface. Теперь давайте покрасим данные волосы в какие-нибудь цвета. Для этого выбираем Paint Brush, затем любой цвет и красим им кончики. После чего выбираем другой цвет и красим каким-то таким образом. И еще один цвет для точечных моментов. Теперь, если сейчас добавить Arnold Sky Dome в сцену и запустить рендер, то вы увидите, что все цвета рендерятся как нужно. Но не забываем, что это обычный Hair Physical Shader. А наша задача настроить Arnold Standard Hair и перенести в него данный цвет. Потому что если сейчас просто назначить данный шейдер, вы не увидите данные цвета. У вас будет сплошной черный цвет, так как значение меланина по умолчанию равно 1. Сейчас я расскажу, как перенести RGB канал из Ornatrix в Arnold Standard Hair. Если вы зайдете в настройки Edit Guides, в котором рисовали разные цвета, и перейдете в вкладку Channels, то там вы увидите три канала – красный, зеленый и синий. Именно их нам нужно перенести в Arnold Standard Hair. Чтобы это сделать, переходим в Furball Shape и открываем вкладку Renderer Export. Для Type выбираем Color и в пустое поле пишем имя атрибута, который будем использовать в шейдере Arnold. Затем копируем это название с помощью Ctrl + C. Оно нам пригодится в будущем. После чего нажимаем на иконку плюса и добавляем все три канала в правую колонку. Затем нажимаем кнопку Confirm. В итоге у вас появится нужный атрибут со всеми каналами. Теперь задача перенести его в Arnold Shader. Чтобы это сделать, открываем окно Hypershade. Переносим ноды AI Standard Hair в рабочее пространство. Для этого кликаем на него, нажимаем правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем Graph Network. Затем нажимаем Tab в рабочем пространстве и находим ноду AI User Data Color. Ее подсоединяем в слоты Base и Diffuse Color. После этого заходим в настройки этой ноды и вставляем скопированное название атрибута из Ornatrix в поле Атрибут. Напоминаю, что мы создавали этот атрибут в Ornatrix Renderer Export. Далее, чтобы увидеть чистый цвет, просто вводим значение равное 1 для параметра Diffuse в настройках этого шейдера и смотрим, что получается на рендере. Как можете заметить, мы перенесли нарисованный цвет в Arnold Standard Hair. А дальше уже настраиваем материал волос как захотите.
Я обычно устанавливаю значение равное 0,2 или 0,5 для diffuse. И потом просто экспериментирую с другими параметрами. Например, иногда уменьшаю значение Base Color и немного смешиваю основной цвет с параметром меланин. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.